Мое село Рябино. Чем оно занимается? Оно живет. Одни сами не знают, чем занимаются. Другие занимаются огородом, самообеспечиванием, чтобы не погибнуть с голоду зимой. Третьи ищут работу на стороне. Очень многие уезжают, находят работу. Кто-то даже в Израиле, кто-то в Москве. В Москве многие. Люди ищут работу по всему миру. Несколько из них занимаются сельским хозяйством, настоящим, то есть производством. Кормят Украину и часть мира. Это фермеры. Их совсем мало. Здесь при советской власти с ума сойти. Я как-то сел за столом. А вдруг говорю, давайте посчитаем, сколько здесь было бездельников, начальников. Учетчики, заведующие, главные, экономист, агроном, зоотехник, порток, секретарь комсомольской организации. Бля, мы насчитали почти 50 человек. А теперь ни одного. И тогда все на этих 3000 гектаров земли никак не успевали ни сеять, ни убирать. Стоят комбайны, комбайнер пьяный, эти свекольные комбайны. Порторг, мой племянник Виктор, бегает по селу в воскресенье искать баб, кто бы подоил колхозных коров, потому что доярки напились. И было так, вот тут стояла воинская часть, солдат сюда пригоняли коров доить. Это я, сейчас я если скажу тут патриоту большому советскому, он скажет, что ты плетешь, этого не было, мы счастливо жили. А я ему отвечаю, слушай, если бы я с луны свалился, я это все видел, я вместе с порторгом ходил и искал непьяных баб, чтобы они подоили коров. А сейчас, коровы у каждого, кто хочет их держать, это трудно, держать трудно, но 2-3 коровы, у некоторых даже 4. Молоко каждый день приезжает машина, в определенное время, рано утром, они сдают молоко, получают тут же деньги. Значительная часть их тут же пропивается. Вот. А другая часть откладывается на то, чтобы построить такой забор, как у соседа, чтобы все завидовали и говорили, о, мужик, хорошо живет, смотри, какой забор. Это люди выращивают для себя, для своего пропитания. Чтобы разочаровать Россию, не погибнуть от голода. Россия-то ожидает, что они от голода здесь погибнут. А они не гибнут, они обрабатывают свои огороды и держат гусей. Власть в России никому не запрещает держать 100 гусей. Но таких охотников держать 100 гусей в России чуть-чуть меньше, чем в Украине. Вот и все. А почему русский человек тебе ответит, ты знаешь, всякий из нас знает, почему русский человек ответит, да ну его. А русский человек чуть-чуть более беззаботный, чем украинец. Чуть-чуть. Он этим гордится. В этом есть и плюсы. Есть ведь плюсы, которые воспевают поэты, романтики, сознательные и бессознательные социалисты всех времен и народов. Ну как же, он более духовен. Он просто пьет больше и опохмеляется дольше. Машины, которые днем едут с включенными фарами, это значит, едет из России. Потому что в России правило, днем фары включены. Я считаю, это правильно. А в Украине это не обязательно. А русские, переезжая границу, забывают выключать фары и едут с включенными фарами. И так узнают украинцы, что это едет русский из России. Да. Тут же Белгород. Вот. Он у Рябини послухай по балах. Казали, до стріляного приїхали сепаратисты. А что это такое сепаратист? Что это такое? А я знаю. Вы ж с російськими номерами приїхали. Ну, що, сказали сепаратисти, все, перекинуть, Таньку перекинуть, машину перекинуть. А ти що, як ти розумієш, що таке сепаратист? Сепаратист, Тосик і Танька, і стріляний. Да, приїхала Танька, і Тосик знімала, і стріляний, о, в Рябину до Псурця. Проїхали по Рябині і сказали, до стріляного приїхали сепаратисти, якась розвідка. Чому? Того, що зроблено з російськими номерами. Понял. Чи які у вас номера?
Российский. А, ну а то и все. Танки в своем селе Рябина Сумской области я видел дважды. Первый раз сразу после Второй мировой войны, мальчишкой. Два танка на окраине села были подбитые. Второй раз я видел танки уже украинские, настоящие, не подбитые еще танки, которые стали весной 14 года возле моста. После войны понятно. А тут они стояли, ожидая русских танков, русской армии, которая в 30 километрах граница, и там Путин со своими героями готовился напасть, прийти сюда. Вот они и стояли на этот случай. А потом ушли на Донбасс. И Иван Иванович Комарь, с бородой такой, вот так согнутый уже, звонарь вот этой церкви, я тогда только узнал, что он, оказывается, тоже танкист и служил в Германии, и не кем-нибудь, а в танке заряжающим. И он мне говорил, я говорю, Иван Иванович, а вот русские придут сюда, встретим. Я говорю, а вот вы заряжающим сейчас, как бы вы? Говорит, я и сейчас за 500 метров попаду в столб. С кем воевать? С русскими, с Россией, которая на границе сосредотачивала войска, их все видели. Что такое 30 километров? Это беспроводной телеграф мгновенно узнается. Там Путин поставил столько-то танков, там такая-то часть. Все же это мгновенно известно. Я к зубному пошел, в это время сидят мужики и рассказывают, где они знают населенные пункты, знают эту границу. И я слышу разговор, там-то стоят столько-то русских, там столько-то, там такая часть, там танковая, там артиллерия. Они все это, сидя к зубному, рассказывают, я слушаю. И рассказывают, там-то украинские их собираются встречать, такие-то, такие-то части. Обычный разговор военный. В военное время это обычно. Базар все знает. Ну что, украинцы местные стреляли в русских? Они стреляли бы и стреляли во врага. Причем здесь русские или буряты. Враг или на военном языке противник. Военные-то не употребляют слово «враг» или почти не употребляют. Это политработники и журналисты употребляют слово «враг», а военный человек употребляет слово «противник». И в этом есть очень большой смысл. А смысл вот какой. Военный человек – подневольный человек. И он сознает, что против него такой же военный, подчиненный дисциплине, подневольный человек. И он есть противник, а не враг. Судьба одинаковая может быть. Вот остановить человек. Остановитесь, убьют в любой момент и тебя, и меня. Оба мы смертники, поэтому нам не пристало называть друг друга врагом. Мы противники. Украинцы были, есть и будут чуть-чуть более хозяйственный народ, чем русские. Украинцам больше присуща буржуазность. Это более буржуазный, мещанский, хозяйственный, говоря иными словами, счетно-расчетливый народ. Вот, вот эта разница. Русские чуть-чуть меньше заражены этой буржуазностью, этим мещанством. И это чуть-чуть может оказаться роковым в их судьбе. Потому что мещанство, буржуазность, занятость хозяйством, накоплением, обустройством – это, к сожалению, больших романтиков, то, без чего человечество просто бы уже вымерло. Мещане, буржуа, предприниматели, те, кто занят накоплением капитала маленького или большого, они спасают человечество. Без них такое количество людей просто не могло бы выжить. Этого не понимают романтики всех времен и народов. Ах, кажуть, що он хахли, хахли. Ну та хахли в нас от руські села тут, а недалеко. Ну, в округу.
Вони всі одинакові, тільки по розговорах, ті по-руському, а ті по-українському розговорюють. Тут по сусідству русські села. В кожному селі і русському, і українському свій храмовий праздник. На храмовий праздник село к селу йде і празднує. П'янка продовжується день, два, три. У нас храмове застолье закінчується більш-менш нормально. В русском селі храмове застолье гораздо чаще, если не всегда, заканчивается дракой. Москали, как у нас говорят, любят драться. Не с нами, не с украинцами, а и между собой. Храмовая пьянка должна заканчиваться дракой. Нельзя говорить о том, что у русского есть потребность бить морду своему ближнему, своему соседу, своему брату, своему другу. Это не потребность, это не способность. Слабость, слабость нервов, он не может держать свои чувства, свои эмоции. Это более, это если хочешь, это открытость натуры, искренность. А украинец, он более сдержан. Почему? Он, у него в голове, не в голове, а в подсознании. А что будет с хозяйством? Я ему дам в морду, а он вызовет милицию, а мне надо сеять. Понимаешь, у него даже у пьяного вот эта мысль появляется чуть-чуть чаще, чем у русского. А где маленький? Где? А он на маленький. На... Когда спрашивают, ну зачем России вот это все, что ей мало? Зачем ей Чечня? Обязательно употребляют. Вспоминают Грузию, вспоминают... Почему-то Карабах даже вспоминают. Говорят, зачем? Они думают, что Россия Карабах захватила. Интересно. А в Москве? Вы мне про москалив скажите. А что? Яка разница между вами и москалями? Ниякой. Як ниякой? Ну, яка разница? Вот скажите. Вы мне скажите. Ниякой. Ну, яка разница? Скажите мне, пожалуйста. Вот то, что Путин вот это все робит. А при чому тут отой москаль? Що я? Йому сказали в армії, йди туди. Йому відтягнули бабки. Він пішов. Борислав, а от інтересно, коли ви пішли в АТО, от інтересно сравнити, що ви ожидали побачити? І що оказалось? Я це предполагав. Я нічого не ожидав, я знав, що таке війна. Так що я нічого не предпочив. Откуда знал, что такая война? Стреляли. Страшно. Если в тебя стреляют, что делать? Скажите мне, пожалуйста. У меня тоже есть родственники в России. Есть в Волгограде, и в Воронеже. И что они говорят, родственники в России? Что же говорят, что детей тут едят, и что там они там... Бендеровцы, или как они там называются, я не знаю. Куда полезли? В Приднестровье. Бардак. Правильно? Правильно. Тут в Грузию полезли, тоже таке саме. Тут. Де порядок в Росії? Скажіть мені, пожалуйста. Я Росію теж об'їздив багато де. А що, після того, як влізли в Донбас, заводи повирізали, фабрики повирізали, люди залишилися без роботи на тих окупованих територіях? Бізнес, основне бізнес. А там, може, кому грошей мало, та... Займаються таким бізнесом, що ти піди постріляй там, а я тобі виплачу. Баловство. По моєму мненню, це баловство просто. Ви самі, що це за війна? Чого нападають на, вроді, на нашу Україну, в Донецькій оце всі? Я не розумію цього взагалі. От можна це поняти чи ні? Я не розумію, що це за війна. Ну я розумію, як раніше була Велика Вітчизняна. Гітлер нападав на Совєтський Союз і на всіх. То це я розумію, а це що таке, я сама не пойму. Це все політики там, кажуть, не можуть знайти контакти наші. А люди страдають прості. Нам що? Чим страдають? А чим страдають? Подивіться, що в нас робиться везде. І в Росії, і в Україні. Прості люди страдають. Коли війна закінчиться? Війна закінчиться, це ще не війна.
Війна ще Третя світова, буде війна. От що. От так. Звідки ля ви знаєте? А я вам кажу, тому що написано, скільки світ существує, і всі знають, що Третя світова війна буде. А і ж як вона буде? Буде і буде. А хто переможе? А хто переможе, я не знаю, що одна чи третя часть останеться, чи третя часть погибне. От так, точно не пам'ятаю всього. О. От і все. Третя світова війна буде. За наші гріхи. За гріхи? Так, да, якщо ми ругаємося, оце все, брата вбиваємо. А то нельзя хіба кандидати, дрочки. Скажи, куди кандидати? Та так, попряму, по дорогу. А? Щоб що? Ну, в сторону Білгорода йду. Навіщо? А що? Щоб москаля прийде. Москаля? Между жителями русских районов и украинских прилегающих была до войны, оживилась во время войны и продолжает существовать в своей норме, в своей природной, в природном качестве до сих пор. И никто никогда с ней не покончит. Только если власти поумнеют, а значит и народы этих двух стран, и уберут эту границу, уберут эти таможни, бессмысленные таможни, бессмысленные погранцы. Почему? Если за деньги может любой человек перейти границу, вот здесь в 30 километрах, перенести, перевезти как угодно любой груз, коня, быка, отару овец, великие народы, которые до этого додумались, это 28 государств Западной Европы и Центральной Европы. Вот то, что Европейский Союз, это свидетельство высочайшего ума, поумнения целых народов. Но они перед этим сколько столетий и как страшно воевали. Вот это мы забываем. То, что они упразднили эти границы, это... Опа! Я спрашиваю Андрея Стаценко, моего друга, он говорит, надо овец продать, денег кончились, нужно. Я говорю, как ты? Через границу, говорит, пойдут. Я говорю, как? А это, говорит, я тебе не скажу. И тебе никто не скажет, и я интересоваться не буду, потому что мой вопрос просто не поймут. Тот, кому надо, знает, как отправить лошадей, чтобы они через всю Россию дошли до Казахстана и попали в виде замечательной казахской колбасы казы, чтобы они попали на стол казаха. Тот знает, как, а я не знаю, и Андрей этого не знает, и не хочет знать. Никогда никому не задавай вопрос, как осуществляется контрабанда, то тебе не ответит. Это даже Путин не знает. Даже его ГБУХа этого не знает. И никогда не узнает. Взятка, деньги. Деньги. В этом ужас цивилизации. Счетно-расчетной цивилизации выражение немецкого философа Хайдеггера. Он за это ненавидел, дурак, западную цивилизацию, особенно американскую. Все на деньги. Все. Он думал, что можно устроить жизнь без счета-расчета. Можно устроить, но тогда она закончится. Ну, люди, они везде, в принципе. У нас что украинцы, что россияне, они как бы, я не знаю, как говорили раньше, пойдет брат на брата. Да, вот оно так и получилось. Как бы. Россия с Украиной, они самые близкие страны. Россия ослабила свою силу принуждения, на которой держался Советский Союз, ослабила, не могла вечно это все держать вот так. И тут же все расползлось, это естественно, это природа, это стихия.
И также, естественно, желание России это удержать, естественно. Чувство собственности, чувство власти, это всего хочется. Идет борьба, жизнь – это борьба. Россия в эту борьбу уже проиграла давно, она никак этого не осознает. Как страдали англичане от того, что и те уходят, и те уходят. Ушли от нас, и стало у них плохо. Да, стало плохо. Но без вас. А в Украине, тем более в Украине, все-таки во многих отношениях стало лучше и становится лучше. Это безусловно. Одно то, что не боятся президента, а кроют его в хвосты гриву. Это из тех великих достижений, которые люди не осознают. Это как воздух, которым дышишь. И только когда он оказывается там, через границу, когда Путин это... Как? Путина ругать? Да ты что? А этот своего кроет, как хочет и где хочет. А как это? На то он и президент, чтобы я его материл по всякому поводу и открыто. Это не только хорошо, потому что в таких страшных условиях, как сейчас украинское государство, опасность от величайшего соседа. В таких условиях страна в войне, страна под страшным давлением, гибридная война, трудности внутренние. Положение президента чудовищное, чудовищное. И он, с одной стороны, обстановка от него требует единоначалия, единой воли. Что сказал, делайте, что не скажу, не делает, не делайте. Это само собой вроде, и население вроде этого требует. А нельзя. Надо работать с депутатами, надо их, как пишет оппозиционная пресса, покупать, запугивать. В России с этим все ясно, понятно и просто, и все это знают. Государственная дума – ноль без палочки, правительство – ноль без палочки, губернаторы – ноль без палочки, есть одна единица – президент. Все это понимают, все это признают, и все счастливы пока что. А парламент Украины, Рада, она собачится, реально собачится внутри себя. Идет борьба, как и положено в парламенте. До драки, если дерутся, то по-настоящему. Украина – парламентско-президентская республика. Это значит, что парламент, 400 депутатов, которых все ненавидят, считают и справедливо во многом ворами и бездельниками, что вот эти 400 долборезов, они важнее президента по закону. Путин со своим народом, со своим верхним слоем, они ведь... Чего боятся? Что у них будет такое же? Они думают, что тогда все кончится, все разлетится. Все... Вот чего они боятся. А тут смотрят, вроде то, чего они боятся, оно как-то существует. Вот что-то, все шевелится, все. Вот. И все больше торговля с Западом, слушай. За прошлый год 500 заводов построили. Демократия – это такая форма правления, которую все стараются ликвидировать. Все. Ликвидировать, обойти, понимаешь, как-то вот все везде, и в Америке, и в Англии, и в Украине. Ну, в России этого нет и, наверное, не будет, потому что там нет и намека на демократию, есть подделка под демократию. Ну, так вот, демократия – это такое устройство, которое все пытаются упразднить или обойти, обхитрить. И поэтому это такое устройство, которое для того, чтобы оно существовало, нужна непрерывная работа по ее поддержке, обновлению, по ремонту. Без постоянного ремонта, инженеры знают и хозяйственники этот термин, система постоянного ремонта. Так вот, система постоянного ремонта необходима для демократии. Если ты ее не будешь 24 часа в сутки ремонтировать, она развалится. Потому что люди так устроены, им нужно все, кроме демократии, по их природе. А с другой стороны, только демократия им дает нормальную жизнь. Они этого не создают. Это жизнь, это Господь так устроил природу человека. Что? Какие инструменты ремонта демократии? Они известны.
В школе этому учат, но, естественно, природа человека свое берет. Во-первых, человек забывает, что эти инструменты известны. Независимый суд, независимая прокуратура и огромная сила независимая пресса. В России не было, нет и, может быть, не будет независимой реально прессы. Независимой ни от кого, кроме читателя. И не случайно Путин начинал с того, что задавил телевидение. И это получилось в России не потому, что этого захотел Путин. Этого захотела его родина. Этого захотел правящий состав этой его родины. От районного, от сельского, районного, городского, губернии и так дальше. Они захотели, чтобы у них был вот этот порядок, был такой президент. Интерес Запада, интерес Америки, интерес мировой демократии, интерес свободного мира один и очень простой. Чтобы вы жили по-человечески, чтобы от вас было меньше беспокойства в первую очередь, чтобы вы меньше страдали сами по своей глупости, и чтобы вы меньше нас вынуждали в порядке обороны от вашей глупости тратить деньги на оборону. Только живите вы по-людски, живите спокойно. Не жрите друг друга, не кидайтесь на нас, чтобы мы от вас защищались. Вот в этом интерес Запада. Что такое Запада? Что такое это человечность? Всего-навсего. Человечность и здравый смысл во всех отношениях. Ведь в чем особенность такой власти, которой всегда была, есть и будет в России? Человек может делать только то, что приказало начальство, одобрило или не возражает. А тут я вижу, как то здесь, то там-то, очень много, когда люди, никого не спрашивая, никем не интересуясь мнением власти, устраивают тут свои мероприятия. Странно, люди привыкают очень легко к фантастическим переменам, например, к отсутствию колхоза и райкома. А когда они существовали, невозможно было вообразить, как без них, как. А вот оказывается, что можно без них. Понимаешь, и нет инстанции, которая утверждает лозунги, которые тут висят, надписи. Понимаешь, никто не утверждает, что правильно написано, что неправильно, что соответствует политике партии и правительства, что не соответствует. Никого тут нет, чтобы это дело все цензурировал. Пиши, что хочешь, пой, что хочешь, пляши, что хочешь, хоть на голове ходи. И ни одного попа, и поповской цензуры тоже нет. А если поп появится, он будет очень тихо себя вести. Не будет учить их жить. Кончилась советская власть, и что получилось? Фантастика, я во сне не мог об этом мечтать. Украина и Россия перестали покупать хлеб, а стали его продавать. И продают огромное количество. На третьем месте то Украина, то Россия, в зависимости от урожая. А на первых двух Америка и вся Европа, весь Европейский Союз. Вот что такое жизнь без советской власти. Забудьте про нас, просит Украина. Не просит, а требует, она воюет за это, добивается этого. И, конечно, добилась. Уже добилась фактически. Ничего нам, украинцам, от вас, русских, не нужно.
світі не була, ти зі мною, Україно. Ти моя мати, що дала мені мову солов'їну. Тут я пила із джерела чисту воду від рання. Тут я п'яніла без вина ніч медову від кохання. Почти все так же, как в России. Но здесь больше свободы. Так вот, Украина с большим трудом, с огромным сопротивлением, под давлением Запада, Америки, она идет к нормальной жизни. Россия чуть-чуть вкусила нормальной жизни и кинулась, как испуганная, назад. Она идет от нормальной жизни. А Украина идет к нормальной жизни. В остальном они очень похожи.